забирает спейсы очень аккуратно. И ситуация 4 в 3, они вроде в большинстве. Но Владислав делает минус по Энджину. Каликс взрывает в это время Симпла. 2 в 3 ситуации. Есть информация по пазу. Минус паз. Владислав продолжает этот раунд выигрывать. Пока на текущий момент для команды Na'Vi уже 3 фрага. 4 фрага и Денис Костин минус мейджор. 5-3 была ситуация. Хорош словак. Это просто что-то нереальное. 21-3. 5. Словак хорош, но турки здесь, конечно. Двигается хорошо, по инфе, конечно, сработал, но турки, да, вот, имея такое...